Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам хочу рассказать о своей давнишней такой хотелочке, давнишней мечте, скажем так. Сумка, чемодан, в общем, эта штука даже не помещается в кадр, да, вот. Привет. Да, как же без помощника? В общем, Купер облюбовал эту сумочку, он ее обожает. Он и внутрь залазит, и сверху, и лежит, и сидит на ней. В общем, она его теперь. Вот, в общем, это сумка... Ой! Сумка Зука. Да. В общем, давно у нас в планах... Опять я про это говорю. Простите. Потерпите еще чуть-чуть. В общем, у нас в ближайших планах поездка в отпуск в Таиланд. У нас есть один большой чемодан, в который, я думаю, что, в принципе, поместились бы все наши вещи. Но мы безумно любим тайские фрукты, особенно тайские ананасы. В общем, у нас есть задача привезти оттуда побольше фруктов, поэтому стал вопрос выбора второго какого-то небольшого чемоданчика с собой, дабы разгрузить часть вещей и, соответственно, загрузить часть фруктов. Вот, в общем, долго я смотрела, выбирала различные чемоданы, сравнивала характеристики. В общем, так это все было очень долго. И наткнулась на один интересный бренд – Зука. В основном я начала смотреть там как-то обзоры, в основном почему-то это позиционируется именно как такой кейс сумка визажиста, стилиста, парикмахера, в общем, и тому подобного. Но я не поняла, почему никто не обращает внимания на эти сумки именно как на travel варианты. Мне кажется, это просто идеальная сумка путешественника. Смотрите, она небольшая, но вместе с тем, этот чемоданчик, эта сумка очень-очень вместительная. Здесь, по-моему, 33 литра. Мне кажется, достаточно для одного человека на неделю, либо для семьи на выходные куда-то съездить эту сумочку. Это очень удобно. Давайте, наверное, все-таки сейчас немножечко еще расскажу, а потом уже изменю ракурс и будем смотреть сумку внимательнее. Потому что она не влазит, не нужно вам ее показывать. Потрясающая сумка, просто изумительная такая задумка, выполнение. Мне кажется, она действительно будет универсальная, она намного надежнее и удобнее, чем большинство каких-то чемоданов. Во-первых, она тряпочная на жестком металлическом каркасе. Во-первых, за счет этого каркаса сумка-чемодан держит форму, предупреждает, да, какие-то повреждения внутренности, то, что мы туда сложили, положили. Также есть такая интересная особенность. Эту сумку можно использовать как такой стульчик. Выдерживает он до 136 килограмм. То есть даже меня точно он выдержит. Вот, в общем, я не знаю, я прям безумно довольна. Знаете, вот эти вот вечные очереди в аэропорту, на регистрацию, когда негде особо присесть. Вот оно мое спасение. За счет того, что здесь есть жесткий каркас и сама тряпочная сумка отстегивается, то есть нет никаких проблем с загрязнениями. То есть это все прекрасно отстегивается, снимается, стирается и обратно одевается. Помимо этого, сумка защищена вот таким вот чехлом, который сверху донизу просто все закрывает. Единственное, дно не закрыто. Здесь вот такие вот огромные классные колеса, которые просто, по-моему, через все переедут. Насколько я знаю, с ней, по-моему, можно даже спокойно по ступенькам подниматься, и все будет вообще прекрасно. Ой, я влюбилась в эту сумку, я думаю, что вы видели, кто подписан на мой инстаграм, я думаю, вы видели сторис, когда вот я ее только везла домой, привезла и распаковывала при вас сторис, и у меня такие были эмоции, вау, в общем, супер. Да, стоит она, конечно, не очень бюджетно, но мне кажется, она стоит каждую копеечку, которая вот просто заложена в стоимость. Также было для меня приятным удивлением, когда я внутри нашла комплект косметичек, который входит в комплектацию сумки. Это прям круто. Вот
прям супер. Можно вещи рассортировать, очень компактно упаковать, и прям здорово. В сумке просто целая куча различных кармашков. Ну, не знаю, мне кажется, она продумана просто до мелочей. Вот, и по поводу того, что, да, в основном я видела обзоры какие-то сумок именно как бьюти-кейсов. Но даже на сайте есть прям раздел travel. Не знаю, почему не обращают внимания. Но она действительно универсальна. Заиметь такую одну сумочку, да, и на работу, и в отпуск, прям классно. Давайте, наверное, далее я изменю ракурс и будем с вами уже внимательно смотреть саму сумочку. Итак, собственно, сам чехол. Первое, что нам бросается в глаза. Даже чехол продуман просто до мелочей. Здесь есть вот такой вот отсек, куда можно вставить информацию о владельце этой сумки. Дальше, на задней стенке мы видим вот такой вот замочек. Та-дам! Открываем. Смотрите, что же тут у нас прячется. У нас прячется просто длиннющая вот такая вот ручка. Очень удобная, очень длинная. И она, насколько я помню, позиционируется в двух положениях. Вот так вот. И, собственно, вот так она выглядит закрытой. Кстати, я не знаю, правильно ли так делать, либо нет, но я для себя вот такой вот способ интересный нашла. Берем вот этот вот кармашек, чтобы он здесь у нас не валялся. Я его просто заправляю вот сюда, заворачиваю, и та-дам! Все очень удобно становится. Так, давайте пока его закроем. Дальше здесь сверху имеется вот такая вот ручка. И, кстати, чехол сверху вот такой вот простеганный и дополнительно умягченный, назовем это так. То есть, дабы было на нем комфортнее сидеть. Спереди сумка выглядит вот так вот. Давайте скорее снимать чехол и смотреть ее. Я ее опрокину вот так вот. Чехол снимается сначала. Расстегиваются карабинчики. Раз. Два. Далее снимается с ножек. И легким движением поднимается вверх. Та-дам! И вот такую красоту мы наблюдаем. Металлический жесткий каркас. На него я спокойно сажусь, и он выдерживает. Давайте, наверное, начнем сзади смотреть. Что мы имеем? Собственно, ручку. Такой же кармашек, где можно написать данные по сумке. Вот такой вот большой карман и кармашек поменьше. Мне кажется, эта сумка просто продумана до мелочей. Здесь вот еще есть такая вот штучка, за что можно взяться, допустим, ее как-то поднять. И снизу есть точно такая же. Отверстия на металлические рамы выполнены не только просто так, а для красоты, но с ними она, кстати, выглядит так как-то космически, футуристично, что ли. Ну, мне очень нравится. Но и для того, чтобы облегчить конструкцию, чтобы она не весила там 10 килограмм. Вес данного чемодана, по-моему, порядка 4,5 килограмм без косметичек внутри. Довольно-таки тяжеловатая сумочка, конечно, но оно того стоит. Оно просто супер. Здесь есть маленький кармашек, прям совсем маленький для мелочей. Опять-таки, вот такой вот не застегивающийся, просто огромный карман. И еще один застегивающийся, тоже огромный, вот до самого дна карман. То же самое есть и с обратной стороны. Ну, я не знаю, мне кажется, здесь все действительно продумано просто до мелочей, до каких-то вот прям мили-мили каких-то мелочей. И спереди у нас на клапан такой вот на магните и, собственно, само отделение. Туда мы полезем чуть-чуть попозже. Как же, собственно, крепится наша сумка к раме? То есть все очень просто. С этой стороны на липучках. Здесь еще одна липучка, тоже, чтобы отсоединить эту часть от ручки. Ну, давайте, наверное, отсоединять уже не буду. Уже так. И все очень легко как раз цепляется, так и сцепляется обратно.
спереди мне, кстати, понравилось то, что помимо вот этих вот небольших липучечек, здесь сверху и снизу есть еще замок, что, скажем так, создает большую надежность. То есть здесь вот к передним стойкам здесь все держится, на передних стойках все держится на замке, что очень-очень делает надежным эту всю конструкцию. Даже если липучкам кто-то может не доверять, ну, замкам-то уж точно доверие есть. Все. И обратно все это дело застегивается. То есть можно спокойно снять сумку с рамы и постирать все это дело. Вот. Ну что, давайте смотреть самое интересное, что же у нас есть внутри. А, кстати, вот эта часть тоже держится на липучке, я обратила внимание. То есть с двух сторон к верхней части сумка прикреплена липучками, чтобы это все дело, ну, не висело, не торчало. Обратила я это внимание, когда у меня сюда залез котик и немножко поиграл, скажем так. Это у меня отклеилось, но прям все это быстренько приклеилось. Вот, в общем, что же мы имеем внутри? Давайте начнем с дверки. Назову ее так. Здесь куча кармашков. Раз кармашек, два кармашек. Есть вот такие вот петельки, куда можно что-то вставить. Очень удобно. Но здесь продумано действительно, как и для путешественников, так и для мастеров. Здесь есть интересный такой отсек. На углах немножечко сложновато расстегивать. Оп! Оп-оп-оп. Вот так вот это все дело по периметру расстегивается и увеличивается в объеме. То есть, когда не нужен этот отдел, его можно сложить. Когда он нужен, расправить. И здесь полностью выполненный отдел из вот такой вот пленки, силикона, наверное, что-то такое. То есть сюда спокойно можно складывать. Допустим, если вы бьюти какой-то мастер, сюда можно спокойно складывать что-то грязное. Спонжи, грязные кисти. Мне кажется, для этого он просто идеально продуман. Но если же вы путешественник, я думаю, сюда смело можно складывать либо, допустим, грязное какое-то бельишко, либо мокрые купальники. Мне кажется, вот этот отдел будет прям супер. То есть, чтобы ничего другого не намочить, довести это все дело до дома, можно сложить, либо вещь вы какую-то заморали и вам не нужно марать все остальное, сложили сюда, довезли до дома, выстирали либо высушили, и все замечательно. Дальше в комплекте есть косметички. Давайте, наверное, посмотрим косметички, а потом уже перейдем к отделению. Какие же здесь есть косметички? Одна вот такая же силиконовая полностью, в нее также можно что-то складывать как мокрое, так и грязное, думаю. Или она идеально подойдет, допустим, для косметики. Полностью открывается, что немаловажно, потому что многие открываются только сверху. Но если нам нужно открывание только сверху, все это дело решается. Просто классная косметичка. Мне безумно она понравилась. Далее набор из вот таких вот косметичек. Есть две одинаковых и все остальные разные. Вот это самая маленькая, нет, не самая, да, одна из косметичек, она вот по длине и ширине самая маленькая. Мне кажется, она идеально подойдет, допустим, для носочков, для нижнего белья брать с собой. Прям супер. Следующая есть прям совсем тоненькая здесь вот уже. Сюда какие-то тонкие вещи идеально войдут. Такая вот она тоненькая. Вот это чуть-чуть уже пошире идет. И самые большие, самые, мне кажется, такие вместительные в плане вещей каких-то, это вот эти вот. Они все маркированы различными цветами. Красных их две, и они прям здоровые. Я думаю, что сюда буду однозначно упаковывать вещи какие-то, и они мне очень-очень пригодятся. Косметички легкие. Здесь есть вот такая вот сетка, с помощью которой можно, во-первых, видеть то, что вы сложили в косметичку. Во-вторых, вещи будут вентилироваться, как-то не преть, не сохнуть. А ничего с ними там не случится. Вот такая вот сеточка. Очень-очень классные, очень удобные косметички. В них войдет очень-очень много. И таким образом можно довольно-таки компактно разместить вещи. Так,
косметички также на них, также на них нанесено имя бренда Zuka. Надеюсь, я правильно, кстати, произношу Zuka. Zuka или Zuka. Мне нравится Zuka. Не знаю, как вам. Вот, дальше. Ну и давайте смотреть само отделение. Ох, оно просто огромное внутри. Вот кажется, что сумочка, она такая прям небольшая, но на самом деле в нее войдет очень-очень много. И не сразу я, кстати, заметила, сверху есть вот такая... Сверху есть вот такая вот удобная сеточка, куда также можно что-то сложить, чтобы было в быстром доступе, допустим. Очень удобно. Внутри дно жесткое. Боковые стенки более мягкие. Очень-очень вместительная сумочка. Снизу. Давайте посмотрим, что же мы имеем снизу. Снизу вот такая вот рама с отверстиями. Устойчивые, надежные ножки. И посмотрите просто на эти колеса. Это специальные колеса, которые выдержат большие, долгие нагрузки. Они большие, как вы можете заметить. Несмотря на то, что здесь всего два колеса, не четыре, допустим, как в таких классических чемоданах, это вообще не влияет никак на проходимость, на маневренность, на комфортность использования этого чемодана. Колеса большие, за счет этого у них огромный просто потенциал проходимости. Они спокойно преодолевают большие препятствия, они проезжают по всему чему угодно. Если обычный чемодан, допустим, не знаю, для обычного чемодана даже какой-то там провод, маленькая кочечка, что-то такое, уже таким препятствием является. Этим же колесам вообще все по барабану. Они едут, не обращая ни на что внимания. Даже такие колеса, насколько я знаю, спокойно можно поднимать их по лесенке. Правда, я и сама еще не пробовала. Кстати, сумки Zuka есть несколько вариаций. Это, как у меня, Zuka Pro. Zuka Sport и, по-моему, еще какой-то вариант у них есть. Zuka Pro и Zuka Sport отличаются. У Zuka Sport она немножко более габаритная, и у нее есть целых 4 колеса. То есть сверху еще расположены 2 колеса, и она прям идеально заточена под преодоление различных абсолютных препятствий, в том числе полноценных препятствий в виде лестниц. Мне понравился вариант Zuka Pro больше, потому как она менее габаритная, но больше объем себя вмещает. Мне это очень понравилось. Сумки Zuka, они настолько разнообразны, помимо того, что есть несколько вариантов рамы самой, она может быть не только вот такая вот серебристая, также есть куча-куча просто вариантов расцветок самих сумок. Это можно по-различному просто комбинировать и создать просто какую-то свою неповторимую, удивительную сумку. А также в варианте Sport еще больше выбор различных цветовых решений рам и сумок. В варианте Sport сумки, они, по-моему, даже прям принтованные, есть какие-то абсолютно интересные. Огроменный просто ассортимент. И это что-то с чем-то, как я люблю говорить. В общем, сумка просто потрясающая, бомбическая. Она стоит каждой копеечки, что за нее просят производители. Она крутая. Сразу, когда вы появляетесь с этой сумкой, сразу всем все становится понятно. Вы профессионал. Я думаю, что обязательно вам еще покажу не раз эту сумку, потому что она меня вдохновила, она меня поразила, она меня удивила. Ну, вот такой вот обзор у меня получился. Надеюсь, вам было интересно. Очень скоро я уже буду собирать эту сумочку и, наверное, постараюсь заснять, что же я беру с собой в отпуск. Может быть, даже какие-то лайфхаки в отпуск, если вам интересно. То я бы тоже сняла такое видео. Сообщайте об этом в комментариях. А не забывайте ставить пальчики вверх. Все ссылочки будут в инфобоксе. И до новых встреч. Всем пока-пока.